Добрый вечер, дорогие друзья. Я вам хочу сегодня показать наше маленькое потомство, наши волнистики, которые у нас живут уже более 2 лет. Мы их привезли с отпуска в 2018 году с Красноярска, с питомника. У нас и мальчик, и девочка, которые у нас вот буквально, наверное, пару недель назад снесли яички, и у которых появилось потомство. У данных видов попугаев, волнистиков, у них потомство происходит, ну, в принципе, наверное, раз в год, это точно. Но им надо создавать условия. Во-первых, это нужен благоприятный климат, микроклимат им. Они должны жить в спокойствии, не в страхе, никто им мешать не должен. И попугаи должны друг другу подходить. А лучше, конечно, чтобы они росли вместе. Чтобы они, ну, с рождения, как говорится, были вместе. Им нужен домик обязательно, какой-нибудь там деревянный, там, не знаю, там, ну, картон они, конечно, сгрызут, но домик им какой-то нужен обязательно. Вот этот домик можно насыпать там, ну, тоже того же сена, там, каких-нибудь там прессованных опилочек, что-нибудь такое, ну, там, даже бумагу, банально, можно там бумагу нарвать и все. И они потихонечку будут туда лазить, они начнут гнездиться. И все, и потом у них уже появятся яички. То есть надо создавать условия для попугаев. Если условий не будет, они нестись не будут. У нас вот 2 года, считай, ну, не было. Яиц вообще не было. Никого. Пока вот мы не поставили им деревянный домик и не создали им условия. Обогрев, и ультрафиолетовую лампу, микроклимат и все. И как вы видите, в предыдущем ролике, наверное, неделю назад на канале вышел ролик, как у нас вылупились яички, то есть появились яички. Сейчас уже спустя неделю-полторы я вам покажу, мы с вами все вместе увидим и будем следить за этим процессом. Это очень интересно, как изнутри, так сказать, рождается такое чудо, маленькое чудо, как птички ухаживают за своими птенчиками, как они их кормят. Я думаю, это будет интересно посмотреть. Камеру маленькую я там установлю, вместе мы все увидим. Ссылку на предыдущий ролик вы можете увидеть в описании, перейти по ссылке и посмотреть, либо вот в верхнем углу будет у нас подсказочка, тоже там же можете посмотреть. А сейчас давайте мы немножечко погрузимся в мир птичьей активности, птичьей ласки и любви. Всем приятного просмотра. Камеру мы, друзья, установили сверху данного деревянного домика, да. Как вы видите, волнистики немножечко в шоке, мама не поймет, что происходит, почему крыша открыта и кто за ними наблюдает. Вот, как вы видите, у нас одно яичко и маленький вот волнистик у нас. Глазки у него еще закрыты, пока еще перьев у него нету, какой-то вот маленький пушочек стал появляться. Мама сейчас смотрит, что все нормально, тихо, спокойно. И я думаю, она сейчас все-таки уже начнет залазить в домик, потому что волнистика надо греть, надо его кормить и надо все-таки его под себя, под крылышки подобрать. Мама пока все думает, залазить или не залазить, да? Так, вот у нас мама уже, наверное, осмелела. Сейчас уже залезет. Так, еще контрольный осмотр. Птенчик пытается шевелиться, крылышками дергает.
зовет маму. Сейчас мама у нас залезет. Папа пытается ее подтолкнуть. Мама, видимо, пухленькая стала. Пытается, ага, ее подтолкнуть. Да, вот мама залезла. Все. Яичко на месте, яичко на месте. Все хорошо. Как вы видите, на камеру они уже внимания не обращают. То есть уже нормально все происходит. Ага, вот папа посмотрел только что на камеру. Ну все, все нормально. Вот мама пытается его под себя подобрать. Ага, поджать. Да, да. Вот так вот, друзья. Маленький обзорчик. Такой вот мини-обзорчик. Видите, как все происходит интересно. Папа рядом и мама рядом. На камеру все-таки смотрит. Немножечко на камеру поглядывает. И кошка снизу ходит. Не поймет, что происходит. Почему верхняя крышка открыта. Но кошка попугаю не касается. Она как бы у нас добрая, мировая. С попугаями она играется. Так что нормально все. В следующей серии, друзья, мы с вами посмотрим, как у нас папа добывает, то есть перерабатывает пищу. Папа кушает, потом запрыгивает в домик, дает, отрыгивает пищу маме, и мама уже кормит птенчика. В следующей серии мы с вами это увидим. Я думаю, будет интересно посмотреть и оценить.